Всем привет, это снова Оксимирон. Сегодня для вас с красным от холода носом, веселый, но очень злой. Очень злой, потому что продолжается полный пиздец, потому что уже больше 2 недель, как идет война в Украине, и при этом есть... Ты что такое говоришь? Военная операция. Десятки миллионов русских... Бля, на самом деле, ладно, не буду ничего, блять, а то опять начнется нахуй. ...которые категорически не согласны с этой войной. Я считаю, что нужно как можно громче об этом сказать. И поэтому я объявляю серию своих благотворительных концертов, которая будет называться Russians Against War, сокращенно RAW. Сейчас в России невозможно сделать антивоенный концерт, потому что, как бы безумно это ни звучало, все... Говори, я? Я и так говорю, блядь! Громче всех, нахуй! Реально. RAW. Антивоенная под запретом, введена тотальная цензура, и всем, кто хоть как-то высказывается против войны, потенциально грозит уголовное преследование. И поэтому первый концерт из этой серии я проведу 15 марта в Стамбуле, где сейчас очень много русских, и параллельно а будет в Нью-Йорке. Стрим в Инстаграм, Твич и Ютуб. О, яхуя! Он стримит на Твиче будет. Вообще, эта война уже стала гуманитарной катастрофой, потому что идут бомбардировки жилых кварталов, потому что уже больше 2 миллионов беженцев из Украины. И, естественно, мы с моей командой хотим хоть как-то помочь. И поэтому вся прибыль с этих концертов пойдет на нужды беженцев, которые прямо сейчас покидают Украину через польскую границу. И вы также сможете помочь донатами на Ютубе и Твиче. Вся информация о трансляциях, о концертах и о билетах будет в описании. Если вы против этой войны, если вы против войны в Украине, против репрессий в России, то приходите на Твич, приходите на другие... Я так понимаю, Оксимирон уже в России тоже не вернется. После такого ему... Стримы, приходите на концерт. Увидимся там. Peace. Peace. Не просто так он трек записывал, блядь, иностранный агент. Но теперь реально иностранный агент. Я бы добавил на peace. Дец. Вот что я бы сказал. Я не был никому, я не знаю почему. Я не знаю почему.